ты будешь жить один, вдруг тебе захочется плов. А я буду далеко. И тогда ты приготовишь плов, в смысле, он такой же вкусный, как у моей мамы. Спасибо и за то, что меня этому научила. Что мы можем как воспитатели сделать для своих детей? Научить их хорошо самим о себе заботиться, как если бы они взяли нас в свою душу и научились быть немножко сами себе мамами. А когда мы с вами взрослеем, и наши мамы уходят естественным путем, и уже больше никто не может нас погладить по головке и сказать: «Доченька моя дорогая, что ж ты так устаешь, о себе не думаешь? Наверное, похоже, да?» Взрослый человек должен научиться быть сам себе матерью. В конце концов, живая мама когда-то становится самой ребенком. Годам к 80 они уже немножко дети. А когда мама уходит, кто же погладит нас по головке? И получается, что мы также должны вот это вот все взять в себя и что-то для себя сами делать. И мы очень много можем для себя сами делать во всех отношениях. Мы, например, можем не бросать себя. Нас может бросить кто угодно. Мы этого не можем запретить. Даже наш муж, сколько он возьмет, и умрет. Тот ужас. И что же, вот на кого ты меня покинул? Или что-то другое. Нас может кто-то предать. И даже наши собственные дети могут быть жестокими и оторваться и лететь. И говорят же, что дети как выпущенные стрелы. Нельзя удержать, как нельзя удержать стрелу. Но важно, чтобы я сам себя не предал и не бросил. У нас же есть одно. Один человек, который всегда был со мной по последний час. Пока Альцгеймер не разлучит нас. Это я сам. Я. Вот в этом двойном обмене, да? Вы можете не иметь. Вот эти два кольца, да? Внешнее кольцо может быть очень поганым, но внутреннее ваше. И может быть никто не любит меня, но важно, чтобы я сам себя любил. И, может быть, в этой ситуации меня оскорбили, и это тема обиды. Но у меня есть внутренний защитник, я должен разобраться, эта критика была справедливой или ненормальной. Я сам должен вынести себе критический или оправдательный приговор. Это все задача человека. Вот этим занимается экзистенциальная философия. Она вот про вот это. Про то, как человеку жить эту единственную жизнь, а не про то, как в диалектическом вот этом полете человечество движется к коммунистической революции.